А сейчас начинается новый период города Мингичевир, как центра электроэнергетики Азербайджана, и не только Азербайджана, но и всего Кавказа. Станция мощностью около 1300 мегаватт, конечно же, значительно усилит наш потенциал. Это станет очередным вкладом в энергетическую безопасность Азербайджана. Азербайджан предпринимает важные шаги для создания еще более надежного обеспечения в энергосфере, одного из основных элементов национальной безопасности. В последние годы в нашей стране динамично развивается сфера электроэнергии. Новая станция, вот в эксплуатацию которой планируется в 2025 году в Мингичевире, рассчитана на значимое укрепление энергетического потенциала Азербайджана. Достаточно мало расходующее условное топливо эта станция, обеспечивая внутренние потребности, будет способствовать еще большим шагам в сфере электроэнергетики и природного газа. Возводимая новая электростанция сэкономит ежегодно примерно 800 миллионов кубов газа, тем самым увеличит возможности его экспорта в Европу. Вместе с тем, за счет снижения себестоимости производимой электроэнергии, параллельно с газом создаст дополнительные условия для экспорта электроэнергии в Европу и Турцию. Одна из целей после осуществления проекта – его эффективность. Общая стоимость станции, которая будет построена за счет внутренних ресурсов Азербайджана, составляет 400 миллионов долларов. Это в 3-4 раза ниже средств, требуемых для строительства станции мощностью 1280 мегаватт. Одним из представляющих такую возможность факторов является наличие в Мингичевире сильной энергетической инфраструктуры. Новая станция, которая будет построена по современным стандартам, снижая объем углекислого газа на 2 миллиона тонн, будет полезной и для окружающей среды. По итогам 2022 года в Азербайджане было выработано около 30 миллиардов киловатт-час энергии, десятую часть которого мы экспортировали. Импортировали же приблизительно 137 миллионов киловатт-час. То есть с каждым годом Азербайджан повышает экспортный потенциал. Наряду с электроэнергией, имеющей большой потенциал в области возобновляемой энергии, Азербайджан совершает большие успехи. В ближайшем будущем наша страна будет поставлять зеленую энергию через Грузию, по дну Черного моря, в Румынию, Венгрию и Европу. Диверсификация экономики страны, развитие нефтяного сектора, увеличение доходов принесет Азербайджану большие политические и экономические дивиденды. Судабе Джангирли, Руслан Аббас, Ксения Анисимова, Новости АСТВ.